Всем привет! С вами снова Шуричков. И снова я выехал немножко покопать с металлоискателем на велике. Выехал недалеко. Вот она деревня, куда мы ездим отдыхать к бабушке и к дедушке. А здесь вот на краю есть улица, которая уже заброшена, домов здесь нет. Ну, она стояла тут где-то до середины, наверное, прошлого века примерно. Ну, до 50-х годов. Тут попадаются иногда монетки Николая II, ну и советов много. Времени у меня немного, буквально час-полтора, потому что потом мы уже поедем в город. Не факт, что я что-то найду, но если найду, я покажу, конечно. Может, ролик вообще не выйдет, если находок не будет. Поглядим. Так, ну хотя бы с одной находкой я уже точно отсюда уйду. Выпала монетка. По сигналу советская, конечно. Наверное, какая-то ранняя. Сейчас чистану ее и посмотрим. Перчатки, блин, забыл. Сейчас будем марать руки. Да, 20 копеек, щитовик. Год 33-й. 1933-й, 20 копеек. Отмоется, будет в хорошем состоянии. Еще одна монетка выпала. Тоже ранняя советская. Это у нас уже 2 копейки. Так, фокус. 40-й год. 2 копейки с 40-го года. Неплохие. Тоже надо будет чистить. Может быть, даже у меня этого года нет в коллекции пока что. Ну, вот, в общем-то, и все. Время уже закончилось, сказали, надо ехать в город. Совсем мало времени уделил я поискам. Извиняюсь за грязные руки. Перчаток не было. Такая штучка попалась, не знаю. Похоже очень на серебро. Может быть, украшение какое-то было. Фу, говорить невозможно, пыли наглотался. Так, 2 копейки, видели, 40-й год. 20 копеек 33-го. Вот, собственно, и все. Ну, мусор не в счет. Еще мусор попадался. Так что сажусь я уже на велик и еду домой. А оттуда уже на машине в город. Кстати, вот заметно, все леса вдалеке в дыму затянуты. Это вот все последствия пожаров. У нас тут вроде поблизости ничего не горит, но вот от крупных пожаров с севера ветром притянуло до сюда дым. Прям чувствуется запах гари. И это продолжается уже весь день. Весь день. Кладбище наше деревенское, на котором я недавно был. Такое вот. В принципе, на нем уже почти места не осталось. Может быть, когда-нибудь придется его даже расширять. Тут лужок, березки, и начинается деревня.